брошенная мамой с первой секунды, лишенная первого ее поцелуя от радости, что я главный человечек в ее жизни, не зная любви, тепла и ласки, орущая от голода, но не интересующая маму, я родилась на свет 15 апреля 1978 году в Воронежской области Кантемировки. Мы брошенные дети особенные, мы приносим радость женщинам, которые мечтают о нас. Одна из них меня удочерила, назвав Ольгой, отдав заботу, кровь и внимание. Ведь она меня всю жизнь ждала. Я была ангелочком для нее, которая скажет ей ее заветное слово «мама». Я послана ей Богом, за что она благодарила небо. А ведь ты могла бы быть такой же мама, но ты предала меня. Прости меня, что я помешала. Прости, что я нелюбимая, какая-то верная не такая. С первого мгновения несчастливая и для мира этого чужая. Не бросайте матери детей. И тяжко жить с таким грузом на плечах, не зная, кто ты. В наших глазах немая пустота, в них всегда боль и беда. Прости меня, мама, что я родилась. Я постараюсь не видеть в тебе греха.